Здравствуйте. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с графическим интерфейсом пользователя с модулем Kinter. Рассмотрим такое понятие, как события. Давайте посмотрим, что такое событие, типы события. Рассмотрим опцию Command виджетов и метод Bit. Мы с вами знаем, что при создании приложения в Kinter мы создавали окно, на окно ставили какие-то виджеты, и мы обязательно начинали цикл событий. Да? То есть цикл обработки событий мы указывали в window.mineloop, либо в самом конце программы, либо же мы ставили root.mineloop. Цикл обработки событий предоставляется в Kinter, поэтому мы цикл сами не прописываем, типа while, да, пока окно работает. При возникновении событий мы можем создавать свои обработчики. События – это любое действие, которое происходит во время цикла событий, то есть в то время, пока наше окно работает, пока мы его не закрыли. Это событие может вызвать некоторое поведение в приложении. При вызове метода, как мы сказали, window.mineloop, запускается цикл. Этот цикл отвечает за две части цикла. То есть он поддерживает список событий, которые произошли в приложении, то есть сколько обработчиков событий вы будете в приложении делать. Все эти обработчики будут срабатывать внутри цикла mineloop. И он запускает обработчик события каждый раз, когда новое событие будет добавляться в наш список событий. Вообще существует три типа событий. Это события, производимые мышью, события нажатия клавиш на клавиатуре, и также события, которые возникают в системе в результате изменения других графических объектов. События, производимые мышью, это щелчок левой кнопкой мыши, средней кнопкой мыши, сейчас это колесико, да? Щелчок правой кнопкой мыши, либо двойной щелчок там, левой или правой кнопкой мыши, движение мыши, ну и так далее. С помощью клавиатуры какие события могут возникнуть? Мы можем нажать на какую-то клавишу, то есть это буквенные клавиши. Такие события мы описываем, буквально описываем, какую букву, на какую букву мы нажали. Если это не алфавитные клавиши, то есть специальные зарезервированные слова. Например, если мы нажали на Enter, система понимает ее как return. Если нажали на пробел, на space, ну и так далее. Если у нас нажатие нескольких клавиш, то есть сочетание клавиш работает, как мы обычно делаем, там Alt-Shift или Ctrl-Shift, Ctrl-C, тогда мы такие сочетания пишем в угловых скобках, во-первых. Во-вторых, мы указываем одну клавишу, через тире мы указываем вторую клавишу. При обработке событий мы можем использовать два способа. Это либо мы используем опцию Command, да, которая позволяет среагировать на действия пользователя, активировать работу виджета, например. Но эта опция применима не ко всем виджетам. Она применима к баттону, чек-баттон, радио-баттон, спин-бокс, скролл-бар, scale. Да? То есть, например, list-бокс, label или да, неприменима данная опция. И второй способ – это метод bind. С ним сейчас чуть позже посмотрим. С опцией command мы уже знакомы, на прошлых занятиях мы делали, события обрабатывали с помощью этой опции. Как мы используем опцию? Мы указывали, какому виджету данная опция применима. При создании экземпляра класса мы указывали, какого класса. И указывали command, далее функция. Этот способ является более предпочтительным и наиболее удобным способом привязки события к определенному виджету. Например, наша первая программа, это когда мы вводили два числа и пытались найти сумму этих чисел. Тут сейчас суть программы не важна. Важно, что мы указывали, что у нас будет какая-то функция, мы ее назвали клик.
Внутри мы указали тело функцию, то, что наша функция будет делать. И эту функцию мы вызвали с помощью опции command, command равно клик, так как называется клик, и привязали ее с виджетом button. Можно было связать любым другим виджетом. Второй способ, как я сказала, это использование метода bin. Метод bin привязывает событие к какому-либо действию, а событие, как мы уже знаем, это нажатие кнопки мыши, либо нажатие клавиш на клавиатуре, либо изменение виджета. Метод bin принимает три аргумента. Это название события, функция, которая будет вызвана при наступлении события, и последний, третий аргумент, это не обязательно аргумент, строка плюс. То есть это означает, что привязка добавляется к уже существующим методам. Да? То есть если какое-то событие существует, и я к этому событию хочу еще что-то добавить, значит я добавляю плюс. Если плюса не будет или пустая строка, то все другие привязки, все другие события отменяются и как бы заново создается событие. Если же... Еще раз, я хочу, например, событие, там, щелчок кнопки мыши, и это нашла сумму двух чисел, я хочу к этому событию прибавить еще что-то, значит, я в третьем аргументе показываю плюс. И следующее событие. Метод bin возвращает идентификатор привязки, который потом может быть использован в функции unbin. Функция, которая вызывается при наступлении события, должна принимать один аргумент. Это объект класса event. Он может называться по-разному, но это объект класса event. В этом объекте мы описываем наступившее событие. Данный объект имеет такие атрибуты, как serial, серийный номер события, num, номер кнопки мыши, фокус имеет ли окно фокус, да, активное, неактивное, ширина, высота окна, например, ну и остальные вот, так. Вот эти события. И так, дальше. Функция может возвращать такие строки, как continue или break. Если функция возвращает continue, то есть продолжить, то getter продолжает обработку других привязок этого события. Если же мы используем break, то обработка события прекращается. Если функция ничего не возвращает, то по умолчанию считается, что это привязка continue, и будем продолжать работать событием, обрабатывать это событие. Какие названия событий бывают? Вообще их три вида. Первое – это когда мы используем название клавиатуры, буквально в кавычках, и дальше название функции. То есть каждый раз, как только мы будем нажимать на какую-то клавиатуру, на какую-то клавишу клавиатуры, будет срабатывать вот эта функция. Если у нас комбинация клавиш, то, как мы уже сказали, оно будет заключаться в угловые скобки. Внутри этих скобок может быть несколько модификаторов, то есть несколько клавиш, например. Самой тип события, какая-то дополнительная информация. Поля разделяются дефисом или пробелом. Вот, например, нажала Ctrl, нажала Shift, нажала клавишу Q и вызвала событие callback. В принципе, keypress здесь не обязательно. В некоторых версиях требуется, но у нас можно без использования keypress, только три клавиши указать. Список модификаторов по умолчанию. То есть, если я нажала клавишу Enter, она будет у нас обрабатываться как Return. Если я нажала Escape, то будет обрабатываться как Escape. Если нажала клавишу Ctrl, прописываться будет как Ctrl, Alt, Shift, ну и остальные. Типы событий какие бывают? События бывают активация виджета, либо деактивация. Прокрутка колеса мыши, нажала клавишу, либо отжала клавишу,
движение мыши может быть, изменение конфигурации виджета, размер окна, положение окна, либо там, текст какой-то можно изменить конфигурацию. Показала или скрыла окно, видимость сделала, свойства поменяла. То есть я могу на любое какое-то событие, которое происходит в системе, создать свой обработчик. Например, рассмотрим конкретно. Здесь у нас две функции, условно называются Exit Caption Key Press. Что делает первая функция в каком-то объекте? Закрывает, это встроенное название, да? Оно закрывает наше окно. Что делает Caption? Оно берет из однострочного текстового редактора текст, который был введен, записывает в переменную T, и эту переменную T, содержащую текст, оно отправляет как текст к label, меняет у label конфигурацию, говорит, текст будет то, что ввели в окне. И функция keypress, она при нажатии клавиши выводит в лейбле сообщение клавиша Z, а в интерактивном редакторе выводит клавиша и двоеточие, то есть разные сообщения. Теперь сама основная программа. Создаем окно, на нем размещаем экземпляр класса AndDry, да, лейбл, размеры указали, разместили через упаковщик пак, то есть по центру сначала у меня будет поле ввода, дальше будет метка. Теперь для виджета поле ввода я связала его с событием return, а это событие нажатия клавиши Enter. Как только я нажму на клавишу Enter, у меня сработает caption. А caption это, вот он возьмет то, что я ввела, текстовое поле, и выведет этот текст в лейбл. Теперь это именно на компонент, на виджет. Теперь я связала события с окном. С окном я связала два события. Если же я нажму на Ctrl-Z, комбинацию клавиш, то вызовется метод exit. Exit, он закроет мое окно, то есть Ctrl-Z закрывает приложение. Либо же, если я нажму на клавишу Z, просто на клавишу Z, у меня выйдет сообщение keypress. Метод не сработает keypress. Keypress у нас выведет сообщение keypress и текст в лейбле. Ну и посмотрим, как это работает. Здесь на экране вы видите, я ввела текст «Привет», нажала на Enter. Как только я нажала на Enter, вот этот текст, введенный в окне, он выводится в лейбл. В интерактивном редакторе ничего нету. Так, вернусь. Вот здесь вот в интерактивном редакторе ничего нету. В интерактивный редактор print выходит только, если вызывается метод keypress, а метод keypress возникает при нажатии на клавишу Z. Теперь к этому привет я дописала клавишу Z, нажала. Как только я нажала Z, у меня вот это сообщение, которое было в лейбле, заменяется сообщением клавиша Z. И это сообщение выходит в интерактивный редактор через print, который использовала. Сообщения разные, так как изначально я здесь дала два разных сообщения. Просто клавиша двоеточие, здесь клавиша. Ну вот тут метод, связанный с виджетом ввода, однострочный редактор ввода. Здесь Z связано с нажатием на клавишу Z, и оно срабатывает именно на window. Второй пример. Здесь на обработку события мыши. Если я нажала на левую кнопку мыши, у меня сработает left click, выйдет текст, вы нажали левую кнопку мыши, и в окне поменяется название, будет левая кнопка мыши. Если я нажму на правую кнопку, соответственно, выйдет сообщение, вы нажали правую кнопку мыши, и поменяется титульник у окна.
Если я на колесико нажму, выйдет соответствующее сообщение и титульник. Теперь, если я просто буду двигаться мышью, на окне ничего не делая, просто движение вот таким будет неопределенное, скажем так, оно мне поменяет название окна, но ничего выводить не будет. Так, здесь создаем окно, на окно помещаем баттон с сообщением, текст нажми, размер, разместила баттон. Так, если баттон 1, это левая кнопка мыши, зарезервированная, вызывается метод left click. Если баттон 2, это центральное колесико, метод center click. Баттон 3, right click, то есть правая кнопка. И вот эта кнопка, и к окну, если я над окном двигаю мышкой, то метод move это изменение названия титула окна. Так что получилось? Нажала левой кнопкой, у меня вышло, вы нажали левую кнопку. В следующий раз нажала правой, вышло, вы нажали правую кнопку, и оно уже отобразилось здесь. Потом несколько раз я нажимала, или нажала центральную кнопку. И когда я просто двигалась мышью, здесь вот это ничего сообщения не выводилось, но выводилось, менялось название окна. Итак, сегодня мы с вами к тому, что знаем, что такое виджеты, как их использовать. Посмотрели, что такое событие, как использовать события. Сказали, что события можно обработать и связать с виджетами с помощью опции Command и с помощью метода bind. Метод bind применим ко всем виджетам, а опция Command не ко всем, они больше идут командным. Такие как button, checkbox, то есть где нужно выбирать либо нажимать. У вас на экране вопросы для закрепления, на которые должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы. Дальнейшее изучение темы продолжим на практическом занятии.